В Ненецкой окружной больнице начали проводить диагностику на новом маммографе. Аппарат российского производства приобретен за счет средств региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Какие преимущества нового оборудования узнала наша съемочная группа? Примерное время цифрования кассеты было в районе 4 минут. Рентген-лаборант Марина вспоминает, как раньше проходило обследование на маммографе. Неудобств хватало. На устаревшем аппарате приходилось проводить исследования в несколько этапов. Изображения формировались на специальные кассеты цифровые. Ну вот, на аппарат укладывалось, здесь укладывалась грудь, ну то есть орган. Изображение снималось на кассету, а потом вот эта кассета загружалась в оцифровщик. Вот в эту систему, которая у нас сейчас отключена, потому что и за ненадобностью. Чтобы получить изображение в цифровом формате, необходимо было оцифровать кассеты на другом оборудовании. А это потеря качества и времени. Сейчас в медучреждение поступило новое оборудование, которое более практично, точно и быстро в исследовании. Изменилось время исследования, то есть занимает достаточно меньше времени, чем при исследовании именно на кассетном. Для пациента вообще практически это ничем не заменяется, кроме как время провождения именно у нас здесь в кабинете. Напомню, оборудование закуплено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. На сегодняшний день уже используются приборы для кардиологического и рентгенологического кабинетов. В рамках этой программы в этом году у нас закупается медицинское оборудование. Оборудование идет экспертного класса для замены имеющегося, которое уже морально и материально устарело, поэтому заменяем имеющееся оборудование. Оборудование поступает в Ненецкую окружную больницу, в центральную районную поликлинику. Добавлю, заменить устаревший аналогичный маммограф на новый современный аппарат поручил глава региона Юрий Бездудный из-за просьб поступивших от жительниц Ненецкого округа. Василий Хтензейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».